Я на прошлом избирательном цикле я консультировал администрацию президента по проекту «Правое дело». И шли там разговоры, кто бы мог возглавить. Я всегда называл Прохорова еще 5 лет назад. Я считаю, что то, что он согласился, это уникальное сочетание качеств. Это человек, который умеет создавать стоимость, создавать капитал, создавать национальное богатство. Его невозможно подкупить, с ним невозможно договориться на других условиях, нежели те, которые он хочет, или которые соответствуют его гражданским, человеческим чувствам. Когда человек, который столько добился, готов присягнуть стране на верность ей, это уникально. Такого в истории человечества случалось очень малое количество раз. Шанс уникальный.